Я с 79-го года, не считая институт, 79-го года минус полтора года армии. Трудовой путь от инженера до руководителя предприятия. Сегодня сельскохозяйственный производственный кооператив под руководством Рахима Камаева по праву считается одним из лучших и развитых хозяйств области. За 40 лет работы в аграрной отрасли собрана крепкая команда единомышленников. Ценят и уважают не только за справедливый подход к работе каждого сотрудника, но и за постоянное совершенствование производства. Сами видите, техника у нас практически, ну, наверное, на процентов на 70, наверное, все новые. Практически все вон кировцы, вот эти трактора. Осталось немного старой техники. Вместе работают над тремя направлениями производства, главное из которых – посев сельскохозяйственных культур. На 10 тысяч гектаров земли засеиваются озимые культуры – ячмень, овес, лен и не только. Озимой сев у нас начался по распорядку, точно ко времени. Значит, уже близко к завершению. Всего озимой сев у нас 2500 гектар. Ну и Рустаму поможем, он сеет 700 гектар. Но он уже посеял часть тоже своей техникой, но мы тоже ему поможем. Вот. В итоге сеется где-то порядка на 3 хозяйства, у нас 3 их, сеется 3300 гектар. Для успешной работы важна преемственность, уметь анализировать ситуацию, находить правильные решения проблемы, требовательно относиться к себе и подчиненным. Эти секреты агропромышленного потенциала передал своему сыну Рустаму Камаеву. Одна мечта на двоих – делиться результатами плодотворной работы. У нас очень много культур таких, знаете, шоколистых. Горох, например. Ну, горох полностью был потерян. Просто из-за дождей мы практически полностью потеряли горох. Сейчас надеемся на лен. Ну, вроде лен неплохо выглядит. У нас очень много вот именно таких двудольных культур. То есть зерновых как таковых поменьше. Даже можно сказать, что меньше половины у нас зерновых, а по большей части мы сеем. Ну, сою сеем, лен сеем, горох сеем. Поведут караван семейного дела, уверены, молодые аграрии, а именно Булат Камаев, внук и сын, который в свои 21 только начинает проникаться. Я думаю, что стоит попробовать, что стоит не бросать, то, что начали и дедушка, и отец. Вот. Когда точно буду знать ответ. Ну, уже пару лет у нас сеет. То есть нормально, в принципе, на тракторе с основным механизатором замещается, спокойно, пересменки делают. Совершенно спокойно весной сеял, по-моему, прошлой осенью, да? Сеял. Ну, уже нормально вполне, потихоньку учимся всему. С желанием получить высокую оценку на всех уровнях.